Вам предъявляется обвинение в оскорблении чувств коронафилов и коронафобов, сборной России по футболу, депутатов. Обвиняетесь в оскорблении тиктокеров, певцов, актеров, эскортниц и Министерства здравоохранения. Своим контентом вы оскорбляете чувства верующих в диплом театральных вузов. Своим юмором вы оскорбляете личный юмор, сексуальные меньшинства, а также людей, делающих кунилингус. В связи с этим вам запрещается заниматься любой творческой деятельностью, кроме просветительской, ориентированной на воспитание, формирование базовых, подчеркиваю, этических установок. Скажете что-нибудь, Серго? Это что, мне теперь остается только сказки рассказывать? Ну ладно, ладно. Смотрите, с 19 ноября только на старт, непосредственно сказки. Вот увидишь.